Пошли посмотрим. Пошли, пошли. Смотри. Ой. Малыши. Привет. Привет. Привет, лягушонок. Будешь играть на барабане? Нет. Ты его чинишь? Нет. Я кое-что делаю. Эй, ребята, посмотрите-ка. Что такое? Я придумал игру для нас. Очень веселенькую. А-а-а. О, какую? Называется «Найди лишний». Пока мне непонятно. О, найди предмет, отличающийся от остальных. Вот как здесь, например. Неправильный предмет – оранжевая щетка. Почему? Потому что барабан и флейта – музыкальные инструменты. А щетка нет. О, понял. Теперь можно поискать лишние предметы во второй нашей группе. А, я думаю, лишнее здесь пони, потому что у скейта есть колеса, у тележки тоже, а у пони колес нет. Точно! Молодец, цельпанчик! Теперь приступим к последней. Приз тому, кто отгадает. Найдите лишнее и получите подарок. Знаю! Знаю, яблочко! Огурчик и лук зелененький, а яблочко красное. Я тоже думаю, что яблочко, потому что огурчик и лук, они длинненькие, а яблочко круглое. Я тоже думаю, что яблочко, потому что оно растет на дереве, а остальные продукты на грядке. О, молодцы! Каждый из вас прав! Вы выиграли яблочко! Но оно же одно. А у нас три победителя. Мы можем разделить на части. Можем испечь пирог. А, или сделать яблочное пюре. А что еще? О, мы можем полететь на землю и посмотреть, что люди делают с яблоками. Точно, я полечу с тобой. До встречи. О, посмотри, сколько яблок. Машины какие-то еще. Но для чего это все? О, прячемся скорей. Зачем он кладет туда яблоки? Не знаю. Может быть, они собираются сделать гигантский яблочный пирог? Или... Лягушонок, жди здесь. Видел? Они размалывают все яблочки. Шкурка, семечки, стебельки, все. Ах. Что? Не знаю. Ты видел? Они выжимают яблочки. О, нет! Такие красивые яблочки. Надо постараться их спасти. Пчелка, тихо. Они ведь нас заметят. Но мы не можем сидеть здесь спокойно и ждать, пока выжмут все яблочки. Но я начал понимать. О, точно. Посмотри, пчелка. Знаешь, что это? Это выжатые яблочки. Нет, пчелка. Это яблочный сок. О, сок выжимают из яблок. Верно. Ты думаешь о том, о чем же я? Точно, лягушонок! Полетели! А вы знаете,
Мы узнали, что еще можно с яблочками делать. Еще их можно выжимать. Леди и джентльмены, смотрите! Что это? Это яблочный сок. А что, если нам попробовать и с другими фруктами? Получится тоже сок? Думаю, да. Закрой глазки. Теперь моя очередь делать сок. Вот, угадай, что это? Это апельсиновый сок! Попробуй! Я сделал сок из листиков. Я же пошутил! Это сок из киви! Давайте играть в один лишний. Один из нас лишний. Сейчас ты лишний, Панки. У тебя нет стакана сока. До встречи, ребята! Привет, ребята! Привет всем! Пошли посмотрим! Пошли, пошли! Смотри! Ой! Малыши! Эй, не трогайте фрукты. Салатик будет на ужин. Я хочу кушать. И у меня желудок бурлит. Я не дождусь ужина. Мы можем поиграть в угадайку, чтобы время быстрее прошло. О, да, давайте угадывать животных. Ура! Ура! Угадайка, угадайка. О, ты, наверное, кролик. Потому что ты прыгаешь. О, вы видели? Он прыгает и боксирует. Это кенгуру! Точно! Моя очередь. Всем привет! Всем привет! Пчелка, это же угадайка! Тебе надо показывать животных! И все же знают, что животные не разговаривают! Разговаривают? Я могу назвать! Можно я? Это... Нет-нет-нет! Не говори, я хочу показать тюльпанчику! Я знаю одно местечко! Где? На земле! Ура! Мы летим на землю! Говорящее животное! Не могу дождаться! Удачи! До скорого! Ну, где говорящее животное? Это жираф? Жирафы не разговаривают. Ты права, жирафы не говорят. И мишки тоже не говорят. Точно, мишки тоже не говорят. Смотри наверх. Это птичка. Да, тюльпанчик, это попугай. О, такой красивый. Посмотри на его перья. Привет, привет. Он говорит. А я о чем? Как тебя зовут, птичка? Привет, привет. Привет. Да, ты уже здоровался. Как же твое имя? Я тюльпанчик.
Я тюльпанчик. А? Его зовут так же, как и меня? Нет! А? Кто-то идет, быстрее прячемся! Я тюльпанчик. Алекс, ты что, с кем ты разговариваешь? Я тюльпанчик. И с каких пор тебя зовут тюльпанчик? Я думал, ты Алекс. Алекс, хорошая птичка. Алекс, Алекс, Алекс. Алекс, хочешь фруктов? Его зовут Алекс. Почему же он сказал, что его зовут тюльпанчик? Потому что попугаи могут только повторять, а не говорить. Ты что-то говоришь, а он повторяет. Да. Понимаешь? Понимаешь? Точно? Здорово. Точно? Здорово. Эй, перестань. Эй, перестань. Тюльпанчик. Пора домой. Меня зовут Тюльпанчик. С кем ты говоришь? Ты кого-то видишь, да? А я только что видела большую птичку с длинными перышками и цвета неба. Он разговаривал? Он сказал привет. Он сказал свое имя и мое назвал. И он ест фрукты. Ах, мне так нравятся попугаи. Я тебе могу одного смастерить. Панки, он будет совсем не такой. Не будет со мной разговаривать. Нет. Эй, у меня есть идея. О, расскажи. Мне нравятся ваши крылья, мистер попугай. Ты умеешь говорить? Привет! Как ты? Привет! Как ты? Я попугай! Я попугай! Меня зовут Алекс! Кошать! Нет, скажи, меня зовут Алекс! Кошать! Ты не повторяешь за мной! Кошать! Может быть, птичка болеет? Держи! Надо его проверить! Ну, ты готов? Что? Что же с ним, доктор? Может, его желудок хочет кушать? Тюльпанчик! Я думаю, у него пустой животик. У вас нет фруктов или каких-нибудь вкусняшек? Да, конечно, у меня кое-что есть. Алекс хочет фруктового салатика. Алекс хочет фруктового салатика. Алекс хочет фруктового салатика. И мы тоже.